Фильм «Дистрибьюшн» и «Софи Дюлак Дистрибьюшн» представляют. Участник режиссерской программы «Канн». Жанна Д'Арк в исполнении Клеменс Пуэзи. Я, Жанна, жалкая грешница, признаю, что была гордой, дерзкой и безрассудной. Я публично клянусь не совершать больше ошибок и не распространять ереси. Это мой долг — отговорить вас от любой попытки побега. «Молчание Жанны» — фильм Филиппа Рамоса. Скоро.